Александрович. Я всегда противник того, что называют научно-популярным, неигровым. Потому что в данном случае я могу взять на себя ответственность и заявить, что вот фильм «Генералы против генералов», который я имею честь представлять с режиссером фильма Юрием Кузовковым. Это игровой. Это не то чтобы игровой, не то чтобы научно-популярный. Это тот фильм, который снят, я бы осмелился сказать, на стыке жанров. Что всегда само по себе интересно и может, так сказать, являться, ну, дополнительным интересом со стороны зрителей. Вот. Я здесь, потому что я представляю это кино, мне кажется, оно очень интересным. Оно должно открыть внимательному зрителю очень много нового про белых офицеров, перешедших на сторону Красной Армии. Это очень интересная страница нашей истории, которая привлекла меня именно своей темой. Картина привлекла меня своей темой, тем, что нет красных, нет белых, есть Родина, которую надо защищать. И очень часто люди, которые отстаивали одни интересы, переходили на сторону своих врагов, потому что Родина у них одна. Это очень важная тема для меня, не знаю почему, для того, чтобы понять свою историю, для того, чтобы куда-то развиваться дальше. Вот, собственно, и все. Спасибо, Данил Александрович. Я сказала, добавлю, что, как правило, не игровое кино. Я бы добавил всего одно маленькое дополнение. Речь идет о фильме «Открытие нашего фестиваля «Генералы против генералов». Да. Ему предоставили слово. Да, ему сейчас предоставили слово режиссеру.